Первую остановку глава Тамбова сделал на улице Набережная. Дальше ехать нельзя. Дорогу здесь перекрывает шлагбаум. Его установили год назад, когда под колеса автомобиля попала 3-летняя девочка. Ребенок погиб, и сквозной проезд почти на всем протяжении набережной запретили. Ну давайте тогда на советский шлагбаум поставим. Там тоже были аварии. Это трагедия. Вот. Она может случиться, к сожалению, везде. Ну давайте интернациональную перегородим и пролетарскую. И будем жить счастливо. Мы очень стеснены, потому что город старый, расширяться некуда. И это дорога, это не тротуар. Мы там предполагаем дальше, у нас есть такая возможность, еще одну полоску тротуара сделать, чтобы люди вообще сюда не выходили. Шлагбаум, как обещает Юрий Рогачев, уберут, но разогнаться водителям не дадут. На набережной планируют установить дополнительные лежачие полицейские и камеры наблюдения, которые будут фиксировать нарушение скорости. А на Астраханской, наоборот, можно будет немного разогнаться. На следующий год здесь запланирован ремонт верхнего слоя дороги. Применят современный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Его преимущество в прочности. Мы перешли уже от типа А асфальтобетона на ЧМА. Это все-таки и долговечней, ну и практичней уже не только в России, и в Европе давно его применяют. Поэтому именно на этом асфальтобетоне будем работать. А в этом году дали старт долгожданному ремонту Пролетарской. Начали с короткого участка от Интернациональной до Красной. На метр расширили проезжую часть, положили нижний слой асфальта и полностью обновили ливневку. Теперь здесь четырехполосное движение. Реконструировать будут и узкий мост через Студенец. С мостом дело в том, что есть проектное решение. Мост будет сноситься, на том месте будет труба. Она также будет по ширине доведена до 4 полос. Также мы в следующем году будем продолжать это работы. Следующий год, обещают дорожники, будет прорывным по Пролетарской. Проект оценили в 500 миллионов рублей. Кроме того, в 2016-м строители сдадут магистраль на бульваре энтузиастов. Валентина Слукина, Владимир Моисеев, Александр Щеднов, область новостей.